давайте я вам покажу наш новый домик. А вот и наши новые трехэтажные хоромы. Здесь у нас большой-пребольшой балкон. Это лаунж-зона для отдыха. Здесь у меня даже есть большое кресло для отдыха. Если захочу, то могу полежать на диване. Здесь дети играют на крыше. На втором этаже у нас кухня. Вон мама-свинка что-то сидит готовит. И внизу спальня со складом продуктов. Не-не, я не упал. Катя, ты спишь? Блин, почему она спит с открытыми глазами? Это выглядит ужасно. Я боюсь. Всем привет! У нас идет ремонт в детской комнате, поэтому слышите такое эхо. И видите, что у нас тут есть? Это сюрприз для Миланы. Новый кукольный домик. Сейчас я его буду собирать. И потом покажем вам, что это за кукольный домик. Домик ко мне приехал из интернет-магазина Sunny Toy. Ссылочка будет в описании. Проверяйте цену. Там, кстати, бывают на него очень хорошие скидки, и можно будет урвать по выгодной цене. Вот мы распаковали домик наконец-таки, посмотрите. О, коробка пустая. Все-таки домик какой-то разборный, потому что все-таки он очень и очень большой. Вот все наши запасные части. Обратите внимание, здесь у нас и мебель, и полки всякие, и стены. Там у нас в комплекте идут еще болтики-шурупчики, придется собирать. И, кстати, этот домик прям кардинально отличается от других домиков, потому что он сделан прям из толстого дерева. То есть не какая-нибудь там фанера, а тут прям толстые листы. Потом вон у меня инструкция лежит. По инструкции все буду собирать. И есть в комплекте вот такие наклеечки. Ну что, теперь погнали собирать домик? Да! Вы готовы, дети? Да! Смотрите, Милана даже сама крутит. Как получается? Да? Чуть-чуть. Да, я вижу чуть-чуть. Вообще, это должны делать взрослые. Ну что, вот и все, домик готов. Смотрите, он практически с Миланой рос. Смотрите, кошка тоже решила залезть. Пускай. Теперь там кошка будет жить. Высота домика 90 сантиметров. Вон, кошка заинтересовалась этим делом. И ширина 59 сантиметров. Да, нифига себе, кошка там залезла туда. Вот это прикол. Осталось только мебель расставить. Ну давай, Милан, расставляй мебель. Как, куда ты что будешь ставить? Вот тут он. Стол. Стульчики. Они вот. Милана подсматривает на рисунок домика, чтобы понимать, где что класть. Да прикольно то, что у домика сразу идет мебель в комплекте. Единственное, что очень тяжело его крутить, гайки мебельные, там, то есть эти саморезы мебельные. То есть женщина вряд ли его соберет. Надо, чтобы этот домик собирал мужчина или вызывайте мужа на час. За час, по идее, должен справиться. Не, ну вообще тяжко было крутить его. Вот теперь у нас все готово. Это самый большой домик, который у нас был. И самый такой крутой. Потому что он прям деревянный, прям деревянный, очень классный. Все. Причем там все спинки легли спать. Домик слишком большой для них. А мама что там смотрит, как курочка готовится в плите, в духовке. О, андроид на балконе. Мама пошла. Ну-ка, пускай мама по лестнице поднимется наверх. Дети, пора вставать. Пора вставать? Готовить кокос. Милана сейчас играется, говорит, что все эти поросятки смотрят в окошко, да? Да.
Прикольно. Прикольно. А еще кто остальные там делают? Так, мама, свинка и Джордж сидят в кресле. А это что за Джордж самоубийца? Он что, хочет спрыгнуть? Не, он тоже смотрит в окошко. Он тоже смотрит в окошко? Вот. И Катя смотрит в окошко. Смотрите, все смотрят в окошко. Кстати, этот домик, смотрите, размером для Кати прямо. Такой большой. О, идеально подходит. Вот так у нас выглядит, получается, третий этаж. Вот так у нас выглядит второй этаж. Милан ту кроватку поставила. О, Миссия! И Миссия пришла. И на третьем этаже, на первом этаже, получается, столовая, да? И тоже, смотрите, все смотрят в окошко. Даже еще один Джордж смотрит в окошко. Где? Вот это? Внизу, на стульчике стоит. Тут такие. Да. Вот это. Да, в общем, очень большой домик, и даже мебель такая прям сильно-сильно такая прям деревянная, толстенькая. Это Пеппа. Пеппа? Да. А, это Пеппа внизу? Да. Ну, я подумал, это Джордж, это Пеппа, оказывается. Но в манке они не умеют тогда. Еще кошка вчера ночью залезла в этот домик и спала в нем. Так что вообще такая кошка у нас. Да, кошка, домик тоже поезжу кошкой. О, Милан, да у тебя тут целая обедня. Ага. Это получается, сейчас свинки покушали и пойдут гулять? Да. Они пошли гулять, они пошли гулять. А это у тебя так свинки гуляют, да? Да. А что они гуляют мордой в пол? А мама с папой будут смотреть телевизор. Да? Да. О, а Катя тем временем спит? Да. Смотри, у Кати как кровашка хорошо, прям в окно, прям солнце в глаз светит. Надо шторки повесить, да? Да. Не хватает для этого домика этого набора текстиля, да? Там всякие шторочки. Вот это было бы вообще класс. Да. А что это, дельфин из Арбиза спит на диване? Да. Это уже наш диван. У нас был диван для кукольного домика с Алиэкспресса, я заказывал. Вот, так что эта мебель сюда встает прям идеально вообще. Мягенькие. Милан, тебе нравится твой новый домик? Да? Теперь у тебя будет в новой комнате новый домик. Класс. Да. Мне, конечно, нравится, что он такой большой. Встань, Милан, к домику. Смотрите, он Милане по плечи. Вообще класс. Мы его думали поставить на какую-нибудь, да, тумбочку. Но я так понимаю, его ни на какую тумбочку не поставишь. Просто. Да. Я там даже в инструкции было написано, не позволяйте детям залазить на домик, потому что, правда, он настолько крепкий, что на него может ребенок попытаться залезть.
Thank you.